Лучшая рейсинг-игра 2012. В мире гоночных игр в этом году хороших проектов было не так много, как хотелось бы. Но мы все равно провели для вас, наши зрители, голосование в номинации «Лучшая рейсинг-игра 2012». А также провели голосование редакции X-Games Game TV на лучшую гоночную игру 2012 года. И, как правило, в номинации есть разные по исполнению и качеству игры. Что из этого получилось, увидите дальше. А пока что представим наших 4 номинантов на лучшую гоночную игру 2012 года. Смотрите дальше. Итак, в номинации участвовали Dirt Showdown. Игра не имеет ничего общего с предыдущими частями, и, к сожалению, серия уже никогда не будет прежней. Showdown попыталась отойти от корней серии и ступить на территорию Flatout и Burnout. Это по-прежнему хорошая и дорогая игра, но она стала гораздо скучнее предыдущих. Похоже, Codemasters окончательно сдались и решили пойти по пути сиквел раз в год. Слегка обновленная графика и новые режимы заездов, пожалуй, первое, что бросается в глаза. При всем этом малое количество новых идей никаким образом не сказывается на и так почти совершенном игровом процессе Dirt 3. Как говорится, кто знает, тот поймет. Эта игра как раз об этом. Forza Horizon. Исконно хардкорная серия симуляторов Forza Motorsport решила сделать реверанс в сторону Need for Speed и Test Drive Unlimited. Спросите, и как? Чтобы не навязывать вам мнение вашей любимой редакции X-Games TV, для решения этого сложного вопроса потребуется помощь западных коллег. Игровая пресса приняла эту игру очень тепло, хваля прекрасную графику, красивейший открытый мир и небывалую для подобного жанра подгонку сложности игрового процесса. Тут вам и гонка на час перед сном, и довольно сложная физика машин в одном флаконе. И в этом вся Forza Horizon. Абсолютно гармоничная игра, в которой содержание идеально соответствует форме. Need for Speed Most Wanted. А вот с очередным Need for Speed, кто там напомнит какой, 11-й, 15-й? Все не так просто. Очень теплый прием среди журналистов и практически полный разгром среди пользователей. Начнем по порядку. Да, это не Most Wanted. Здесь нет сюжета и совершенно скучнейший сингл. Даже прошлогодний The Run выглядит пободрее на этом фоне. Но все напрочь забывают о невероятно мощном и веселом мультиплеере, насчитывающем десятки разнообразных режимов, аналогов которых практически нет у конкурентов. Лихачески дерзкий и в прямом смысле этого слова наркоманский стильный сиквел всеми известной серии. И да, это главное. Игру сделали разработчики Burnout, а это что-то да значит. У Criterion получилась очень громкая вихревая гонка, в которой все подчинено скорости. И главное, жизнь в складках оживленного туристического Fairhaven кажется не менее райской, чем в простых колорадских степях из Forza Horizon. F1 2012. Новая интеграция знаменитой гоночной серии, основанной на заездах чемпионата Формулы-1. Для человека, никогда раньше не игравшего в F1, будет очень сложно понять, что же нового приготовили разработчики на этот раз. И правда, список для такого рода игр довольно банален. Еще лучше графика и физика, да и машин и гонщиков побольше. Другая знаменитая спортивная серия FIFA придерживается ровно такого же подхода, так что мы не видим ничего постыдного в таком решении Codemasters. Но ведь правда, чего еще может ждать фанат сверхбыстрых гонок? Ведь все и так уже есть. Подведем итоги. Лучшая гоночная игра 2012 года по версии зрителей X-Games Game TV определилась очень быстро. И зрители единогласно выбрали Need for Speed Most Wanted от Criterion. Новая Most Wanted получилась игрой неоднозначной. По сути, это Burnout Paradise, только с кучей дорогих лицензионных авто, разборками с полицией, мощным мультиплеером и современной графикой. Поклонники гонок в большом городе должны остаться довольны. Need for Speed Most Wanted — это лучшая гоночная игра по версии зрителей X-Games Game TV.
А вот наша редакция была немного не согласна со зрительским выбором, и мы выбрали Forza Horizon. На сегодня это действительно лучшая гонка с открытым миром, с множеством необычайных заездов и напряженных соревнований, приятной графикой и отменным мультиплеером. И очень хочется надеяться, что она получит свое продолжение в рамках серии Forza. В конце концов, в нашем мире трудно постоянно обходиться без человеческого тепла. Forza Horizon — это лучшая гоночная игра по версии редакции X-Games Game TV. Чтобы не пропустить следующую номинацию, подписывайтесь на наш канал и ставьте большой палец вверх. До встречи на X-Games Game TV.